Groovy. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, ребят, в эфире передача не для детей, потому что это передача о войне, об оружиях, которая называется «Три VR-шутера». Да, ребят, сегодня вас ожидает много крови, много трупов, много странностей, но больше всего в этой передаче вас ожидает героизма. Я буду героизмом заниматься. Ну да, когда играешь в VR-игры, ощущение, что как будто каким-то героизмом занимаешься. И поскольку эти игры о войне, я решил одеться подобающе. Вот. Амуниция готова. Теперь пришло время одеть шлем. Чтобы мне голову не прострелили. Как и полагается в моей передаче, друзья, у нас будет три игры, три абсолютно рандомные, крутые, мега-крутые шутеры. И прямо сейчас предлагаю вам погрузиться со мной в атмосферу смерти, разрушений, страха, ну и, разумеется, героизма. Первая игра называется Firewall Zero Hour Operation Nightfall. Ну вы поняли, целая куча классных слов, совмещенных вместе, образует одну крутую мега-игру. Ах, как все трудно на войне. Темно. Кажется, меня уже убили. Нет, я вижу свет. Кстати, за окном сейчас дождь. Я прям слышите, может быть, возможно, вы слышите, петличка ловит грозу. Такая прям атмосфера создается. Обоссаться можно. Мы в меню. И в ангаре. Какая героическая музыка играет. И чувствую себя настоящим героем. Ты кто такой? Я здесь герой, пошел отсюда! А, ты, наверное, мой командир. Аккуратнее, я не хотел тебя оскорблять. Не сжимай кулачки, не сжимай, все нормально. Я буду слушаться твоих приказов, ладно, все, да? Расслабились, окей. Мы хоть и на войне, но друг с другом-то зачем воевать? Конечно же, надо обучиться. Это самоубийство идти на войну, не обучившись войне. Ну что, пора разобраться с основами игры? Какая здесь игра? Ты что? Это реальность. Двигайте левый джойстик вперед, чтобы подойти к точке. У меня есть пистоль! Давайте его рассмотрим со всех углов. Я вот так буду стрелять. Я могу заглянуть внутрь себя. Вот что значит эта фраза. А я что-то самокопаниями каким-то занимался. Надо было просто заглянуть внутрь себя буквально. Я вне игровой зоны. Ладно, идти вперед. Пистолет наготове. Нажмите на левый джойстик, чтобы ускориться. Окей. Так и бежи. Ой, блин, что-то меня немножко мутит. Отдохнуть надо, тренировки просто зверские. Нажмите кнопку R2, чтобы выстрелить из пистолета. Хорошо, давайте, надо стрелять из пистолета. Начинаем! Ты за мне сказал! Ты за мне сказал, да? Ну, говно какое! Эй! Кто тут насорил? Кто весь этот мусор будет убирать? Ну-ка! Бам-бам-бам! Двигайтесь вправо к следующей точке. Я как краб подползу к следующей точке. Вот так. Нажмите L2, чтобы взорвать C4. Давайте. Как оно взорвется? Ну-ка. Столько героизма. Ладно, никаких больше тренировок, ты слышишь? Все. Я чувствую, что я вырос над собой. Я чувствую, что я стал крепче. Видишь это? Это оружие в руках героя. Иди вон, коробки таскай. Давайте попробуем общее, что ли. Разместите бесконтактные мины или C4 рядом с данными или криптой. Но поскольку это задание общее, я позволю кому-нибудь другому это сделать. Да почему я снова здесь? Отправь меня на задание! Воу! Вы кто такие? Почему только у меня геймпад? Я слышу, кто-то дышит в свой микрофон. Кто? Кто бы ты ни был, заткнись. Миссия начинается. О! Понеслась! Простите, это было от нервов. Стрём, ребят. Противник убит, осталось трое. Где? Трое? Защищайте ноутбук. Я не почистил историю браузера! Быстрее, защищать ноутбук! Где ты? Вон! Видел тебя! Пау! На тебе! Граната! Фак ми! Блин, как стрёмно! Как прицелиться под... Воу! Воу-воу-воу-воу! Так, надо еще раз кинуть гранатку. Вот так вот грамотно! Хоп! Я убил? Так! Добили! Дегенераты! Контракт отозван! Дегенератом назвали, а? Дегенераты! Игра впервые в жизни так сильно меня оскорбила. Ну, не меня, но меня со своей командой. Помощнички, блин. Мало того, что вы выглядите как дебилы. Посмотрите на свои рожи. Че вы? Че за косплей-вечеринка? Так вы еще и просрали все. Ну, сколько можно, а? Кто это сказал?
кто кряхтит? Как в лифте, знаете, неловкая пауза. Мы такие стоим, задание ждем, и вообще даже не о чем поговорить. И тут мы понимаем, что мы вовсе не друзья. Хотя мы полагаемся друг на друга. Жизнь доверяем. Покинуть фойе. Вы точно хотите покинуть? Нет, не хочу. Ой, а нажал хочу, да? О, привет! Hello. Hello. На хайтен. Yeah, Chinese. I love Chinese. Yeah, here we go. Let's kill them all. Осталось трое. Yes. Yes. Wow. Почти меня прикончили, но я смог справиться. Вот так оставим ружье. А, блин, нет! Help me. I'm trying. Присесть. Okay. Я убил кого-нибудь! Help me! I'm behind the kitchen! На Хайтон! What? I kill one. We're dead. I just kill one. Yeah, I killed three of them, but there were 10. 10 is too much for me. I'm sorry. It's okay. It's okay? I trust you, but you failed. It's okay. It's okay, I know. Don't blame yourself. Guys, let's do it again. Let's fight for our right to party. Начинаем операцию. Уничтожьте систему защиты. Yes, I heard you. Найдите ноутбук и включите его. Do you know what I mean? No. Yes, no, sorry. But yes. Can add my PSN. I can add your PSN. PSN. PSN, okay. I will add your penis. Penis? What? Держите. You said it. Позиция ноутбука уже известна. Работаем. We'll talk about penis later. Enough about penis. Just fight. Что я делаю? Ой. Ладно, это всего лишь дымовая граната. Yeah. Where? Come. Yes. Yeah. But be careful. I'm so scared, man. Okay. Shh. We are the team. Yes. Best team. Oh, Jesus! Follow me. Yes. No! Yes. Help! Yes. Oh. I'm not blind! I don't know how. I don't know how to save. I didn't train on love. Wow. X. Oh, my friend. Oh, shit. X. Do you know X? X. Of course. Yeah. I knew it. Press X, and you're not dead? Он не говорит больше со мной. Ай, блин, это смешно. Let's go! Что-то он совсем перестал со мной общаться. Ладно. Ну чё, он поймёт, какой я герой. Тогда я спасу его несколько раз. What? No, it's okay. It's okay. Why you doing? I'm just making friends. Go. Fight for China. Japan must die. Ладно, я человек пристал к чуваку, пусть играет себе спокойно. Я так ему порчу всю игру. I am here. Of course. You here. I'm here and... Whoa! Careful. Я разве не говорю, что always here. Okay. I'm hiding. I kill him. I kill two guys. Молодец. Behind the box. Jesus. No. Oh, wow. Oh my god. моё плечо. Go. Oh, grenade. I'm afraid. I'm too afraid to scare. Afraid. Don't afraid, my friend. Help. He's gonna die. No. Safe. Yeah. Well done. You're my hero. Yes, контракт выполнен. Woo! Thank you to everybody. Тяжелая была битва, но мы победили. А значит, двигаемся к следующей игре. Кровь и истина. Мы прольем кровь и добьемся истины. А, яркий свет. Еще более яркий. Кто здесь? Ой, что это упало? О, ты кто такой? Как ты меня назвал? Меня допрашивают, что ли? Не понимаю. Плохи твои дела. Райан Макс, это я. Не впервые. Вот тебе, твои дела плохи, урод. Ты кто?
Я Карлсон, но это потом. Карлсон? Так мы на крыше? Остаток жизни ты просидишь в этой комнате. Нет! Ну, пожалуйста! Тебе светит несколько пожизненных. За терроризм, убийство и преступный сговор. Я ничего из этого не делал! Блин, где... что это место? Спецназ, сейчас начнется игра. Мне бы еще оружие не помешало бы. Иду. Канализация. Оружие. Это не оттуда, я хотел винтовку за это достать. Чтобы побольше патронов, я ненавижу перезаряжаться постоянно. Захожу на объект. Есть. Уберите оружие. Куда? Так я пытаюсь убрать оружие. Под сумок у меня вот тут. Все хорошо, извините. Немного шума издал, ну ничего. Я через одну могу лезть. Я не падаю по каким-то причинам. Я правша. Я знаю, ты... Смотри! Есть! Мы прицелимся. Головешка снеслась, отлично. О! Нет! Нет! Я жив? Что это такое? Надо поправить эту штучку. Надо мою бабочку. Нет? Хоп! Вот вы дали! Нифига себе! Еще раз могу. Вот так, вот так. Очень круто. О! Ой! Черт, я лейтенант, короткие ножки. Почему я иду наполовину в пол, провалившись? Немножко. Так. Кажется, нечто плохое случилось в реальности. Погодите-ка. Хотел на стол положить. Пошли. Мальчик-супергерой. О, я вырос! Только что взял и вырос. Хорошо, что костовую с собой взял. Что это? Ага! Нажать! Есть! Голыми руками. Кого ты назвал говном куском? Выберу другое оружие для тебя. Это взрывчатка, да? Ага, хорошо. Отойди, отойди! Кто-то есть. Его не надо было убивать. Нет. Смотри! Во! Видал? Ты просто меня бесишь. Ты бедняга, мой, у тебя. Все в порядке. Покажи лицо. Кошмар. У тебя. А блин, я ждал такой отсидик. У него просто шок. Посмотрите. Даже друг, собственно, пришел бить его кулаком по морде. Ну, блин, дико, больше меня. Больше меня. Что я должен с тобой сделать? Выворачивайся. Открывай. Сейчас, погоди, сейчас все будет. Погоди, я хочу просто изучить этот замок. Замок изучить. Что это? Все потемнело. Дико, все потемнело. А потому что я в тебя заглянул. Так, я больше не буду делать, обещаю. Я думаю, мне нужны кусачки. Я тебе сразу предупрежу, меня сюда послали не выручать тебя, а продолжать пытать. Так что, это... Где ты спрятал сокровище? Больно, да, тварь? Ты умеешь терпеть. Мне говорили, что ты крепкий орешек. А орешки-то у тебя крепкие? А? Я спрашиваю, орешки-то у тебя крепкие? Слышишь эти чеки, а? Больно, да? Ты стальной парень, да? Для тебя это всего лишь так, щекотка, хорошо. А, так. Вперед. Та-та-тар-та-та-тар. Они ждали нас! Да-да-да-да-да-да-да-да! Погоди, погоди, с меня оружие! Так! Я знаю, что я смогу пройти! О, Дикон, как ты там оказался? О! Как супергерой приземлился, сдохни, сдохни, сдохни! Да, короче. Черт. Так должно быть, секунду, умри! Это свой!
Давай, я иду, все, давай. Все, садись. Нога. Эй, тут проворотная, что ли, да? А так? На, посрать я тебя. Воу, есть. Дави, говно. Круто, мы, да? Блин, у тебя нос, наверное, очень сильно болит. Какие взрывы. Офигеть. Да, я порулю чуть-чуть. Прием. Что это? Прикуриватели? Он горячий. Там тебя пытали, да? Наверняка. Давай заберем все. Переключить активность. Да, клацаю все подряд. Я тоже переключусь. Маленько. Погодите, что здесь? Блин, нажимайся. Пусто. Выходим. Дик, прощай! Черт подери, это было нечто. Я не смогу вернуться прежним в реальный мир. Я стал суровым воином. И теперь, я думаю, надо немножко атмосферку поменять. Этот мега-экшен называется «Тровер спасает вселенную». Давайте спасем вселенную вместе с ним. О, какие собачки! Как все мило. Что происходит? Нет, вселенная! Это что? Это Танос? Ooh, there they are. Oh, I'll be taking these. О, нет! You stupid piece of shit! Oh, crazy! Это забавно. We now return to as the chair turns. Why won't you ever rotate your chair, Samantha? All I ever asked of you is that you rotate your chair. I don't like rotating my chair. If you want this marriage to work, you'll rotate your chair, goddammit. Just use the right thumbstick. Короче, это типа того мега-телевидения. Вращаем свой стул. Прикольно. Staring contest. No one talks. First person to blink loses. Starting right now. Are we starting? Okay. 1, 2, 3, 2, 1. Starting now. Мы смотрим. You have 4 messages. Где? А это типа, чтобы шоу мне продолжать. Они просто смотрят друг на друга. This is Jeff, call me back. Message 3. Hey, asswipe, your rent is due. This isn't a charity. Окей. Open up. Кто там? Get out here. Морти? Open up. Хорошо. Откроем. Это не Морти. Oh yeah, this is definitely the right place. You're the one. Okay, listen to me. We don't have time to get into it right now, but you're coming with me. Chuck! We interrupt this program for an important breaking news. A giant big monster, you heard that right, a giant big monster has destroyed the science center, damn near half the city, stolen science equipment, microscopes, beakers, I'm talking about flames. Things are really crazy right now. Shit's all up, and this goddamn big monster has dogs that are plucked into his eyes, and they are powering him up above any power level I have ever seen. And he's scaring people. My grandmother's afraid. All right, back to your regular schedule program. Man, your dogs. You have no idea how things are because of your two stupid dogs. Что это? This is a power baby. You're gonna be seeing a lot of these throughout the whole game. I mean, I really love them. I got them in my eyeballs, you know. Да, я вижу, я вижу. I mean. Right, listen, you're gonna control me, man. Cause I'm tired, okay? You know how long it took me to find you? I'm exhausted. Мы сейчас немного поиграем в эту игру, но я чувствую, что надо в нее играть чисто отдельно. Потому что это сплошной угар. Ой! This is your hood? What's rent like around here? Do you rent or do you own? Дебильные разговоры. О, мы, я прям даже кнопочки включаю. Ну-ка, фига себе. Seriously, come on, we gotta go. Вот сюда, да, видимо, нам нужно идти? Пошел. Иди по дорожке. Молодец. Как тебя зовут-то? Я так и не понял. Воу! Что это? Oh, well, look who it is. Кто? Do you not think I don't know who you are? Я не знаю, кто ты такой. Shake your head, yes or no. Answer me. No? Well, you're wrong. I do know who you are. Кто же? You're the Cheropian with the dogs. Those dogs are in the eyes of that big monster, and it is everything up now because your dogs gave him some kind of superpowers. So we have you to blame for this bullshit that we're going through right now. Do you feel sorry for what you've done? Нет. Answer me, yes or no. Do you feel any remorse? Нет. Dude, just answer him so we can get this over with. Нет. Feel any remorse? Just answer Нет. The guy so we can get this over да with. Да я не говорю нет. You're a heartless monster. It's bad enough you have the two dogs. Now you're hanging out. Ну разберись с ним, чувак. Walk person. It's unchair-like, you know. It's against the chair. Это угарная игра. To walk. Man, I don't have time for this bullshit. I got a sword. You threaten me, boy? I ain't afraid of you. Come on, let's do it. Well, you should be, asshole. Let's beat this guy's ass. Press the square button. Че, прям вот так вот? I'm afraid of you. I'll turn on the old man.
Пошел ты, старик, пошел ты, давай, мочи его, мочи. Мочи, он меня обвинил вообще, я не знал, что мои собаки могут засунуть себе в глаза и будут суперспособности. Да если бы я знал, я бы сам это сделал и творил бы добро повсюду, понятно? Есть. Я умер. I don't want to get in trouble. Ты сам просил его убить. Man, that was pretty f***ed up. We need to get our story straight. He came at me with a knife, okay? Хорошо, да. Man, I can't believe you killed this guy. What do you want to hang out at the scene of the crime? Let's go. Ты сам просил его убить. Понеслась. Now is not the time to stop and smell the roses. There's a dead corpse back there that we killed. We took a life. Can we please? We gotta move. Мы забрали жизнь, ты понимаешь это или нет? Look at all the stuff I got. Yeah, кто это? Воу! Hey, what is all this stuff for? I don't know, but голос Рика. Hey, look, there's somebody we can beat up. Oh yeah, I'm gonna rumble with. Давайте замочим их. Who the hell are these guys? Я не знаю, кто это такие. Они не похожи на местных. Let's go to the telepod. It's back the other way. Вот туда, да? Хорошо. Пошли. Finally, we're at the telepod. Понеслась, да, я с тобой. Воу! Телепод. Какой интересный. Как раз здесь есть место для меня. Hey, turn around. I'm кошка. Behind you. Turn around and I'm behind you so you can. Вот. This is the telepod. So telepods are how we get around, okay? О, тебе еще один такой есть. In the cosmos. So we're gonna use it to go to my boss's office so I can drop your ass off, your stupid ass off, and get my space money and get the hell out of here, you know what I mean? And go live my life. Go ahead and hit the button to teleport us to my boss's office. Окей, хорошо, сейчас сделаю. Он как настоящий прям, да? Нажимать? Окей, хорошо. Точно? Что-нибудь еще скажут? Go ahead and press the button. А может быть, еще что-нибудь скажешь? Press the button so we can get moving. Ладно, понятно. Я нажал. Мы приземлились, да? Мы здесь? That's when I woke up and realized she was dead. Oh, Trover. Hey, boss, I'm sorry it took me so long, but here's the chair Orpian in mint condition, so I'll take my space money and be on my way. Thank you very much. Actually, Trover, some things have changed since we've last talked. I'm gonna need you to stay partners with the chair Orpian. Your job's not over yet. Come on! You said all I had to do was find the stupid chair Orpian and bring them to you, and then I get my space money! Shut the f*** up, Trover, and get the hell out of the way! It's not me! It's the player is doing it! We are the abstainers. Holy shit, that's what the abstainers look like? They look just like the guy who's got the dogs in his eyes causing all this trouble. Shut the f*** up, Trover. No one needs to hear your commentary about everything. The abstainers would like to talk with the chair Orpian. Oh, it's definitely the right chair Orpian. You should have seen their apartment. We're not talking to you, shitbag. We're talking to the chair Orpian. Are you the one that had the dog? Answer no. They say no. They say they're not the one. Trover, is this true? Did you just bring up some useless random chair Orpian? Я покивал. Wait, listen. They're the one, Chair Orpian. Don't f*** with the abstainers. You know this is a real honor right now. Yes, please do not f*** with us. Tell us the truth. We await your answer, please. Are the dogs yours? No. They're not the one. We need to meet this Chair Orpian face to face. You must find the crystal of Ithocles. We need you to protect this Chair Orpian. You and the Chair Orpian are a team. You're partners now. You're together. You're gonna need to go get that fucking crystal in from Shlemi World so that you can meet the abstainers face to face. We must meet this Chair Orpian in person. It's of the utmost importance. Okay, all right, we got it. Jesus, Chair Orpian. Bring back the Chair Orpian. Get some space money. That was the deal. Trover, there's bigger things at stake now. I don't know what you were gonna go do, but whatever it was gonna be supplied by my space money. So I need you to shut the up and do what the I tell you to yeah, do. Yeah, okay. I'm doing it. I just don't like surprises, you know? I know I'm work for hire, but just give me a heads up, you know? Tell me there's the chance that this could turn into a bigger job, Trover, is all. I don't give a shit about what you just said. Shut the up and just, Chair Orpian, will you hit the button on the telepod? Get the out of here. Go do the work. Find the crystal of Ithocles. Okay, plug it into the stupid telepod so you could go meet face to face with the abstainers. Get the f out of here. Shit is f up right now. You boss, you're a piece of shit. Man, I didn't sign up for this shit, you know? And now the abstainers are involved. Man, the abstainers, man. They know, they literally can describe to the minorest detail every time you've taken a shit. They know every single moment. They know everything. They've seen everything. I don't like them. I don't. They make me uncomfortable. Кажется, это будет эпичное приключение, да, чувак?
Вау! О, ребят, я думаю, эта игра заслуживает отдельных выпусков, чтобы все это слушать, все это ощутить на себе. Это великолепное приключение по спасению вселенной. И все эти диалоги просто до удовольствия слушали, такие дебильные. И такие при этом остроумные, да? Ну что ж, ребят, вот такой вот у нас получился выпуск 3 крутых VR-шутеров. Конечно же, последняя игра оказалась не особо шутером, а я обещал вам шутеры, но когда я сдерживал свои обещания, да? Друзья, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я получил массу удовольствия, играя во все эти игры, и столько забавных, дебильных вещей можно мне делать. И в то же время серьезных. Вы видели, как серьезно ко всему я этому относился? Если вам понравилось, то обязательно поставьте целую кучу лайков, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, потому что вот таких видео, как сейчас, довольно-таки много, и постоянно происходит какая-то фигня. Если вы на это готовы подписаться, то подписывайтесь. И чем больше лайков будет, чем больше комментариев, чем больше будет ваших отзывов об этом видео, тем больше будет крутых VR-игр для PlayStation VR. Если вы забыли название игр, в которые я сейчас играю, они будут в описании. И, кстати говоря, с 7 по 17 июня возвращается легендарная распродажа PlayStation «Время играть». Каждый игрок сможет приобрести подписку на PlayStation Plus на 3-12 месяцев со скидкой 30%. А также в рамках этой распродажи будут скидки на популярные игры, эксклюзивы PlayStation аж до 70%. Зацените, может быть, там даже есть игры, в которые я только что играл. Или вообще когда-либо играл. Ну а на сегодня мы заканчиваем. Огромное всем спасибо еще раз, что смотрели. С вами был Юджин. Если вы здесь, то обязательно пишите комментарий. VR сделает из тебя мужчину. И тогда мы узнаем, сколько людей досмотрело видео до конца. Ну и напоследок мы дадим друг другу сочную, мощную, воинственную пятюлю. Вы готовы? Вот она. Раз, два, три, пять!